Где же? Чё сидишь? Да ёбаная училка, она задавала всякой хуйни, которая она мне вообще в жизни не нужна. Вот что вот это вот? На. Зачем мне это надо? Вот для чего? Отомстить хочешь? Давай. Тэпайся на варп училка. Сейчас повеселишься. Она накажет тебя за невыученную домашку, поставит на колени в угол или заставит мыть начисто доску. А какая у нее указка? Сможешь ли ты завоевать ее уважение, доверие и симпатию? Доставай свои знания и покажи, на что ты способен. Чего у тебя там? Она бежит на меня, блядь, сквозь весь. Всю хуйню, блядь. О, бабки списывает. Да, блядь, пиздец, она просто, блядь, ворует, нахуй. Книжками кидается, блядь. Это трудовик, нахуй. Повариха, математичка и химичка. С этой, как ее называть, буфетчицей. Голод. Да. Буфетчица травит, трудовик кидается, математичка пиздит тебя. У тебя все математички тебя пиздили? Да, блядь. Я в школе как... Ебать, она еще поджигает, нахуй. Не буду, она бабки пиздит. Я так быстрее умру. Давай, выноси потихоньку. А, у нее также шипы третьи, да? Да, да, да. Пиздец, блядь. Она меня нагрудник почти сломала. Это знаешь, когда побрила ноги, но остались шипы. Блядь. Эти подкожные эти, да. Ну, шныри вот эти вот, блядь. Маленькие. Пеньки? Да. Не, не пеньки. Они, короче, остаются под кожей конкретно. Щетина? Нет, под кожей, не подкожные волосы. Жесть, фу. Девочки меня поймут, блядь. Блядь, потому что... Ааа, блядь! Ага. Добрый вечер. А это, типа, кто нахуй? Это от кого скилл пришел? Походу, от технички. Не бегай по, не бегай по коридорам. Не, не ходи по бомбам, блядь. Мы в школе снимали эти... туфли, ботинки, кто в чем приходил. И проходили в них. Голод просто в ноль съедается. Да. Я перестал есть. И так я похудел. Зато вот так можно его зажимать и пиздить. Уверен? Да. Как бы относительно похуй то, что ну... Блять, нахуй ты так сделал. Пропусти учителя, пошел ты нахуй. Она меняется местами. А, это баф такой, я думал, ты меня тэпнул. Нет. То, что она поджигает, это тильт. Ну слушай, от какого учителя у тебя не горит жопа? От физрука. Да, от физрука она у тебя не горит, она просто побаливает. Оно дает медлительность. И голод. Блять. Типа, зачем? Да. Ой, да. Пол хп. А, так она... А. Хотя бы отъешься. А то схудал весь, да? Да, да, да. Ходите. Следующий босс бабушка будет, или кто-то тебя будет наоборот кормить? Нахуй. Следующий босс уже будет на 1.16. Бабушка, которая будет тебя наоборот откармливать, да? Ну, я спущусь с небес на землю. Не трогай моего босса. А я как, вижу, он краснеет. А как же команда хил? Для слабаков. Я ее берегу на потом. А, ага. Удачи. Педагогическое совещание, не бегай по коридорам. Ебать! А, это на кентов своих созвала, да? Педсовет. Короче, рассказываю историю реальной жизни. Мы были настолько уебанским классом, опять бабки, блядь, пиздят. То, что первый раз в школе нам собрали собрание вместе с учителями и всеми родителями, и всеми учениками. То есть были, были все. Выполнил.
Ага. И угадайте, чья мама не пришла. Я сидел там один. Меня хуесосили все родители, все учителя. Прошу, где моя мама? А ты такой, я не знаю, я приемный. Когда учитель сказал, что у меня нету мамы, все заткнули свои ебальники. А это моя голоснуха просто пошутила. Так, ну чё, ну, ждём ещё разок, добьём его. Да, у меня ещё, подожди, у меня же есть. Есть у меня, остался? Что, мясо? Да, не, мяса у меня нету. На. Я думал, у меня этот остался. Фикс. О, мясо. Фикс должен был остаться. Он же это как этот? Он же хранителю даётся. Ну, а вдруг, блядь? Это как этот... зашел на трудах к девочкам в класс. Да, готовится, а вы хуй, и ты хаваешь, сидишь, пробуешь. Нам один раз только девочки что-то принесли, это винегрет, блядь. Насколько ебанского винегрета я никогда в жизни не пробовал. Я хуй знает, идет ли тот чеснок, но там был чеснок. А всех послов такого не было, блядь. Чеснок, килька. Нет, там был чеснок, горошек, свекла вот эта вареная. Картошка. Все, блядь. А, там еще был майонез, но это не просто типа майонеза навалили, как, допустим, в оливьешку. Угу. Там просто как будто залили нахуй. Ну, вообще в классическом винегрете используется подсолнечное масло. Да я в душе не ему, что там используется. Не бей моего. Да иди нахуй, что ты не кури в туалете, а я буду, блядь. Парю где хочу, законом не запрещено, блядь. Ну, кстати, в связи с новыми законами, в принципе, запрещено. Электронные сигареты приравняли к сигаретам обычным. Сейчас все школьники такие... Нет, как так? Мама, это не сигарета! Это там нету никотина! Ух ты, бля! А тут понять легко, она типа горит. Она единственная горит. Теперь их две горящие. Ну, вот это моя. Мария Ивановна, блядь. Что еще могу рассказать? Анекдот. Хочешь? Хочешь анекдот? Ну, я разве что про учителей. Не, про учителей у меня нет. Ну ладно. Ну давай попробуй. Только чтоб не запикивать не пришлось. Боюсь, придется. Меня спросили как-то, а ты еврей по национальности? Я им ответил, нет, по ситуации. Знаете, как распознать хуй? А, нет, все нормально. Все хорошо. Просто думал, ты в годе его хуяришь. Да, был бы у меня год. Это типа ты так меня тактично заставляешь в топ вылазить? Да. Это у нас на СБ пока Юля его забирает. Она сильно пиздец, если я его заберу? За ночь 500к набью и спать пойду. Блин, я бы на это посмотрел. Знаешь, можно добавить, в принципе, людям возможность пофармить этот квест. По крайней мере, по одному счастливчику на каждом СБ будет. Можно. Смотри. На самом деле я уже сделал. Я создал острова на каждом скайблоке. Ник. Варп. Я вставлю командой. На острове разрешено ломание блоков. И где-то внутри острова стоит шалкер. С топовой броней, топовым мечом, зачарованными яблоками и тотемами. Как мы будем бороться с типами, которые будут с Рэймом искать? У него же будет преимущество. Можно поставить туда скрытую камеру? Ну, в принципе, да. Что не умирает? Тот как-то побыстрее умер. Мне кажется.
Калитка, тебя троллят в чате. Моё мало. Да. Так, главное, чтобы мне сейчас урона хватило. На завершение. Не хватит тебе урона. А сколько там урона надо? 2,5 вроде как. А этот тут стоит фикс, как его не ставили. Как, допустим, на полярных медведей в прошлом этом. Что урон от них засчитывался? Да. Да, от стоит. Всех. Да, стоит. Все, выполнил. А, так я два. А сколько там надо? Вроде что-то в районе 2000. Так я не брал квест, он меня опять. Сваливаем. Так, погоди. Что там по топу? 175к. Чисто теоретически это... 100 раз. А, стоп. Нихуя у тебя фикс не стоит, слышишь? Иди-ка сюда. Или стоит? Сейчас посчитаю. Где мой калькулятор? Калькулятор. 3000 урона. Все, да. Все работает. Это я дебил. Пойдем. Так пусть она спала. Хоть немного отдохнул. Ну так, часы размялся и щильно бил. Ладно, тогда давай до следующего квеста. Иди учи. Давай. Книжку-то мне отдай. Как я это сделаю? Ну, придется тебе в библиотеку заносить бабки. Ладно, я пошел. Я в прошлом году отдавал за эту же книжку.